Следующий урок мы отрабатываем удары руками. Начнем с прямых ударов левой и правой, плюс комбинации из 2-3 ударов. При обучении ударов руками необходимо отрабатывать удары сначала одиночные. Обязательно в движении со стойки мы наносим прямые удары. Подбираем дистанцию, с коротким шагом наносим длинный прямой удар левой рукой. Другая рука закрывает голову, обязательно удар наносим на выдох. После каждого удара делаем небольшую паузу, двигаемся на ногах в стойке. Меняем руки. Не забываем, чтобы нанести удар, необходимо сделать небольшой шаг. Либо сделать шаг чуть вперед, либо шаг на месте, в зависимости от дистанции. Но необходимо делать шаг левой ногой, чтобы подать в корпус, чтобы разогнать удар. Добавить корпус в удар левой рукой и правой. Одна рука бьет, другая рука закрывает голову. Одна рука бьет, другая рука закрывает голову. То же самое мы наносим боковые удары руками. Также с движения начнем с одиночных. Одиночный левый. Движение в стойке. Также одиночные боковые правой рукой. Используем подшаг. Обязательно четко подтягиваем и ставим заднюю ногу. И можно помиксовать, наносить удары и левой, и правой, поочередно. Меняем удар, наносим одиночные апперкоты. Меняем руки. И по корпусу. Апперкоты по корпусу. При отработке одиночных ударов лучше на каждый удар выделить по раунду. Прямой удар левый, отработать раунд. Прямой удар правый, отработать раунд. И так каждый удар. Продолжаем отрабатывать удары руками. Отработка идет на мешках. И мы будем работать раундами. Первый раунд мы отрабатываем двойку. Два прямых удара передней и задней рукой. Со стойки движения на подшаге. Со стойки наносим два удара, два удара наносим на выдох. Два коротких выдоха. Шаг левый, с подшагом правый наносим удар правый. Второй раунд. Меняем задание. Переднюю руку наносим прямой удар, заднюю руку наносим боковой.
Двойка, прямой боковой. Со стойки также движение, отработка. Прямой левый, боковой правый. Двойка, раз, два. Два выдоха на каждый удар. Левый, правый. Два коротких выдоха. Третий раунд. Меняем задание. Передней рукой наносим боковой удар, задней рукой наносим прямой удар. Двойка. Боковой, прямой. Со стойки движения. Первый удар передней рукой наносим боковой. Задней рукой наносим прямой удар. Каждый удар идет от головы, к голове возвращаем руки. Четвертый раунд. Меняем задание. У нас передней рукой наносим прямой удар, задней рукой наносим апперкот. Двойка. Прямой апперкот. Со стойки движения. Также атака начинается с шага. Передней ручкой бьем прямой удар. Задней рукой наносим апперкот. Возвращаемся в стойку. Пятый раунд. Двойка. Апперкот прямой. Передней рукой наносим апперкот. Задней рукой добавляем прямой удар. Со стойки движения. Передней ручкой наносим апперкот. Задней ручкой наносим прямой удар. Продолжаем отрабатывать. Шестой раунд. Шестой раунд. Мы будем бить опять двойки. Двойки будем начинать через корпус. Наносить апперкот, добавлять боковой удар противоположной рукой. Апперкот боковой. Корпус голова. Первый удар. Задней рукой. Со стойки наносим апперкот по корпусу. Возвращаем руку на место. Добавляем боковой передний рукой. Возвращаемся в стойку. Седьмой раунд. Меняем задание. Передней рукой наносим апперкот по корпусу. Задней рукой добавляем боковой удар. Апперкот боковой. Корпус голова. Со стойки движения. Шаг. Наносим апперкот левый. Возвращаем руку к голове. Наносим боковой задней рукой.
Продолжаем отрабатывать простые комбинации. И у нас комбинация из трех ударов. Передней, задней, передней рукой. Три удара. Начнем с прямых. У нас прямой, передний, прямой, задний. И опять передней рукой. Со стойки движения наносим три прямых удара. Левый, правый, левый. Передний, задний, передний. И затем, чтобы ручки ходили от головы к голове, ручки выпрямлялись, кулаки заворачиваем. Раз, два, три. Движение в стойке. Раз, два, три. Удары наносим кучно. Раз, два, три. И удары на выдох. Меняем задание. Мы бьем два прямых, третий сбоку добавляем. Комбинация из трех ударов. Двойка, третий боковой. Со стоечки движения. Начинаем атаку с передней руки, бьем прямой боковой. Добавляем прямой, добавляем боковой. Два прямых, третий сбоку. Каждый удар наносим на выбег. Меняем задание. Еще одна тройка, два прямых, третий апперкот. Начинаем атаку с передней руки. Со стойки движения на один шаг бьем прямой, прямой и добавляем апперкот. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Продолжаем отрабатывать комбинации руками. У нас комбинация 4 ударов. Простая комбинация, 4 прямых удара на один шаг. Начинаем комбинацию с передней руки. Со стойки. Работа корпусом, работа плечами. На один шаг наносим 4 прямых удара. Раз, два, три, четыре. Видим, чтобы каждый удар шел от головы. Раз, два, три, четыре. И на выдох. Меняем задание, наносим 4 апперкота. Апперкоты наносим с передней руки на один шаг. Со стойки, с движением. Апперкот с передней руки. И еще комбинация. Комбинация 4 боковых ударов. Передний, задний, передний, задний. Удары наносим на один шаг. Каждый удар бьем на выдох.
Левый, правый, левый, правый. Раз, два, три, четыре. На сегодня урок закончен. До встречи.